Доброго времени суток, с вами Кононова Анна, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И, конечно же, в первом деле мы с вами поговорим о том, как же активироваться быстро, без проблем и получить подарок по первому шагу стартовой программы. Подарки на самом деле дарятся очень хорошие. Вот пример подарков получается, 18 марта. Если вы зарегистрированы до 18 марта и до 18 марта оплатите заказ на сумму 1500 русских рублей, 449 гривен, 7500 тенге, 45 белорусских рублей или 449 лей в ценам каталога, вот, то с 19 марта по 8 апреля вы получите вместе с очередным заказом подарок за 1 рубль, женскую парфюмерную воду Каори Юзу, полноценный аромат 55 миллилитров. Это, как даже сказать, цитрусовый, фруктово-цитрусовый сад с ярко выраженным ароматом юзу. Это лимоны, да, то есть это лимоны. Вот. Китайский, по-моему, лимон, очень красивый, или японский лимон, простите, да. Ну и, конечно, с удовольствием предлагаю всем эту крутую покупку, потому что ни в одном магазине мы, конечно же, не можем получить в подарок полноценную версию парфюма за 1 рубль плюс скидку 20%, если купим там на 1500 рублей, да, там, или 7500 тенге, да, то есть согласитесь, что подарок на самом деле шикарный, и для активации номера своего, да, лучше выбирать, конечно же, вот этот подарок, чем сумму меньше. Итак, давайте же с вами соберемся смотреть, да, и когда мы заходим под своим логином, паролем, у нас есть флеш-каталог. Флеш-каталоги бывают разные, да, то есть один каталог следующий, один каталог действующий. Это основной каталог, это каталог с огромными распродажами. Далее идет, обратите внимание, что каталог Флоранж, да, то есть различные каталоги Флоранж. Далее идет каталог продуктов для хорошего самочувствия и каталог Денос. Это нейромическая электростимуляция, лечимся без таблеток. И далее уже идут прайс-листы, в принципе, я ими не пользуюсь. Вот, если захотите, можете посмотреть. Ну, конечно же, первым делом все всегда выбирают каталог, который идет по акциям. И самое главное, что тут нужно знать, то, что не все акции можно выбирать именно из каталога. Некоторые нужно выбирать из раздела промо-акции. Да? Вот смотрите, допустим, любой оттенок помады при покупке по каталогу 299 рублей. То есть вот это называется бонус за покупку, и он вас будет ждать в разделе промо-акции, и его нельзя добавлять из каталога. Да, то есть вот тут тоже, видите, при покупке на сумму по каталогу. То есть уже все, это мы все пролистываем, и потом будем смотреть уже на предпоследнем шаге заказа. Тут же смотрите, любые два оттенка лака за 99 каждый, без разницы, в какой стране вы делаете заказ, везде акции работают одинаково, то, что написано, этому можно верить, без разницы, будет это в тенге, в леях или в гривнах. Вот. Далее, значит, любые два оттенка, их можно брать из каталога. Да, то есть и любой аромат 30 мл при покупке по каталогу 299 рублей. Это в промо. Далее всего за 129, это уже просто распродажа идет, да, то есть вы можете повыбирать ароматы. Значит, аромат Шершеля Фам – это нежный, сладкий, такой приятный ароматик. И обратите внимание, да, то, что он вам тут 129 рублей показывается. В корзину же он упал всего лишь за 96 рублей. Да, вот таким вот образом у вас может набраться корзинка. Да, то есть обратите внимание, что я очень часто покупаю чем помыть детей и бытовую химию для дома. Это кондиционеры для белья, средства для унитаза, стиральные порошки для черных, для шерсти я очень часто беру, мне очень они нравятся. И вот захотелось мне парфюмерную водичку. И, конечно же, мы смотрим сумму вот эту вот, да, первую сумму. Если она идет больше, чем вот тут вот, да, то есть 1499 рублей, у меня уже идет 1000,
получается 1731, то в принципе сумма набрана. И если вы захочется, можете что-то, к примеру, удалить. Таким вот образом, да, ставите крестик и нажимаете удалить. Сумма уменьшается, и вот она у вас остается. То есть вот по этой сумме нужно смотреть. Далее продолжаем оформление заказа. Вот, и тут у нас с вами идет, нам предлагается 5 каталогов. Если мы их хотим, мы можем взять, можем удалить. Это сугубо лично по желанию. Да, то есть один действующий и один следующий период, да, который еще не начался, вы уже можете получить 5 каталогов по суперцене. Далее, ваш бонус за покупку. 16, да, то есть вот этот вот бонус за покупку как раз мы и не брали в каталоге, и сейчас мы его можем выбрать таким вот образом, да. Допустим, маска Patch Beauty Box за 49 рублей по каталогу на сумму 299 рублей. Очень люблю эту маску, ошиблась, да, то есть это для губ маска. Еще люблю маски Patch Beauty Box из Beauty Love серии, да, вот. Далее. Тут идут и пробники, и шампуни идут, да, то есть и они по распродаже бывают намного дешевле, поэтому тут еще что-то, если вам захочется, то вы можете заказать. Давайте же посмотрим, как оно выглядит, да, допустим, крем Эксперт Фарма за 85 рублей. Посмотрим. Просто, да, то есть крем Винотоник и бальзам для стоп гладкие пяточки. Бальзам я этот очень люблю, и крем Винотоник, в принципе, у меня есть, но за 63 рубля я его возьму обязательно. И как вы видите, выбрано 2, всего в списке разрешено не более 6. То есть если вам захочется взять побольше, вы можете взять, но не более 6, да, то есть вот так мы с вами акцию выполнили. Нажимаем выбрать, и после этого обязательно нажимаем кнопочку «Применить изменения». Применяем изменения, у нас все хорошо. Если мы посмотрели бонус за покупку, также есть акции консультанта, набор новинок для владельцев ПВ, ну это у тех, у кого есть, да, ПВ. Также есть акции распродаж, здоровье доступно каждому, специальные цены на аппараты для денс-терапии, печатная продукция, тут вы можете выбрать каталоги, не понравится, можете удалить. Акции Faberlic Club, это такая акция, в которой вы сможете участвовать уже со следующего периода, то есть если вы в этом каталоге делаете первый раз заказ, то у вас пока нету бонусов, но потом эти бонусы вы можете копить. Это очень крутая акция, которая действует для продавцов, для покупателей, для тех, кто строит бизнес, даже для директоров. Она доступна всем, поэтому обязательно, обязательно делайте на ней акценты, если вам что-то непонятно, да, когда вы на нее нажимаете, тут есть все условия этой акции, и если вам что-то непонятно в правилах программы, обязательно переспрашивайте в чатах или у своего наставника, потому что эта программа очень интересная, очень насыщенная, да, и если вот я на данный момент сделала заказ на 9 баллов, то я в следующем каталоге, да, уже в следующем каталоге я могу забрать уже маску для лица в подарок и еще и парфюмерную водичку Каори Юзу, да, то есть два подарка уже заберу вместо одного, поэтому будьте внимательны, забирайте всегда подарочки, даже если вам что-то непонятно, задавайте вопросы в чатах, которых вас добавят, вот, ну что ж, с вами была Кононова Анна, интернет-проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео. Давайте еще при вас продолжу оформление заказа, чтобы посмотреть, да, то есть меня тут просят бонусы потратить, которые уже со второго заказа можно копить или тратить. Я еще раз смотрю свой заказ и нажимаю «Утвердить заказ». После того, как я его утверждаю, мне пишут, что мой заказ отправлен на утверждение. Вы можете, пишите, продолжить работу с сайтом, или ваш заказ утвержден. Оплаченные заказы разутверждать нельзя. Да, то есть мне пишут сумма к оплате, какая у меня, да, то есть мы с вами смотрели по цене каталога, у нас сработала скидочка по цене консультанта. Далее, значит, нам пишут дата предполагаемой доставки, контактный телефон человека, который примет ваш заказ и у которого вы будете его забирать, и также график работы пункта выдачи. Также доставка до пункта выдачи и адрес пункта выдачи, где вы будете забирать заказ. Если вдруг
Если вдруг у вас случится такая ситуация, что вам захочется что-то разутвердить заказ, добавить туда, убавить, прибавить, да, ну всякое бывает по желанию, то это можно будет сделать, если стоит статус «Готов к сборке». Давайте же посмотрим, да, то есть мы заходим в раздел «Мои заказы», вот этот заказ тут, да, то есть отображается, и его можно или разутвердить, да, его можно разутвердить, и его можно редактировать, пока он не перешел в другую стадию заказа, да, то есть мы нажимаем «Разутвердить», выполняем операцию, нажимаем «Ок», оплаченные разутверждать нельзя, то есть только неоплаченные заказы, да, и тут мы нажимаем кнопочку «Редактировать», да, и, допустим, вот я захотела вдруг три таких воды, потому что вот я подруге позвонила, рассказала, что я сделала заказ нежную классную водичку, она говорит, мне тоже и моей маме закажи, да, я поменяла на число 3, нажала «Продолжить оформление заказа», и у меня уже сумма заказа, конечно же, будет выше, и нажимаю «Продолжить», да, то есть все то же самое, и после того, как продолжила, я его уже опять-таки утверждаю, да, то есть разутвердить заказ обычно бывает доступна такая фишечка в течение суток. Ну что ж, дорогие коллеги, с вами была Кононова Анна, интернет-проект Фаберлик Онлайн, я желаю вам удачного старта, не забывайте, что помимо программы Фаберлик Клуб и помимо акции новичка, у нас с вами есть программа «Быстрый старт». Это умножение квалификационного бонуса на 2. Вы можете открыть любое директорское звание, да, директор, старший директор, серебряный директор, да, и получить двойной квалификационный бонус. Если взять в пример цены России, то это 55 тысяч русских рублей, умноженные на 2. То есть 110 тысяч рублей можно получить дополнительной премии помимо основных выплат. Поэтому обязательно узнавайте про бонус «Быстрый старт» у своих наставников и в чатах, куда вас добавят. Всем пока-пока!